Чебоксарах наряду с муниципальными кадетскими школами появится и республиканская. Сегодня в Доме правительства обсудили вопросы реализации этого проекта. Помимо учебного корпуса, у кадетской школы будет свой плац, тренажерный зал и общежитие. Уже определились и с адресом: Новоюжный район возле ДК тракторостроителей. На наш взгляд, хорошее место, где есть центр культуры, где есть центр духовности, рядом церковь, есть ФСК, где будет, в принципе, дальше строиться красиво, вписывается логично, центр патриотического воспитания молодежи, объединяющий как духовное, физическое начало. Общежитие при кадетской школе предположительно будет на 150 мест. Предполагается, что помимо курсантов из Чувашии здесь смогут жить и иногородние учащиеся. В ближайшее время необходимо определиться с профилем школы. Будут ли кадеты изучать морскую тематику или ракеты, неизвестно. Обсуждение проекта еще продолжается.